Ну все, увидели друга с детства. Угу. Даже этот Нотя, видите, какой звук, как горы издает. Дай. Все, она его заметила, да? Можешь? Хотел сказать, как она нычку делает. Давай, ползи. Наелась, бегать. Смотри, он может. А он еще может пролезть? Не политически, да, я уже ему отучила. Давай. На физически, да, он может пролезть. Давай, ты можешь. Ну, какая шлейка у тебя красивая. Ошейничек, да. Вперед. Это все кто делал? Это не то, это из каких-то старых запасов. Давай, хочешь, лезь сам. Давай. Нет, в шоке, говорит, опять собака. Сам, что? Ты такой, боже, такая большая собака, такая высокая. Красавец такой. Еще, так говорят, собак прибавилось за последнее время в этом доме. Все время тут приезжают с собаками. Блин, ты красавец. Ты красавец. Сама, главное, за ним идет. Сама идет, да, потом только он в ее сторону. Смотри, у меня лучше. Достать лису, убегает от собаки лиса. Бежала. Что, ты собираешься уходить к себе или как? Я тебя вон открыла уже. Эй, пойдем вперед. Пойдем? Не надо? Пойдем. Пойдем вниз. Алис, скажи, пусть идет вниз. Пойдем спускаться тоже. Ты переживаешь, да, видишь? Нотя даже не соскучился. Даже не идет. Гора вышла, Нотя гуляет. Переживай, сейчас она вернется. Она пошла Нотю пообнимать. А Нотик мне что-то, походу, даже не идет пока. Скажи, мне и тут прикольно. Так и подошел спустя время. Что, Собакевич, что? Да, сейчас она выйдет, он перестанет скриптись. Просто он очень переживает за хозяйку. Твоя же собака. Эй, Боря. Боря. Тоже хочет пойти на разборки? Нет. Вот она как раз сейчас... Она как раз пойдет. Что она там просится? Ага. Пикачу один такой, да ну вас нафиг, я посплю. А собака... А он... Собака прям видно знает, что такое жизнь с енотом. Посмотрите просто на его глаза. Все. Ты где уже испачкался в красной крови, а? Тебя еще никто не долбанул. Тише. Куда ты? Ну, разбираться с собакой. Прекрати на него ругаться. Эй. Собак, страшно, да? Как ты с ним живешь постоянно? Постоянно тебя в напряженке держит, да? Да. Маленький ты мой, мне тебя прям жалко стало. Суднулся. А он, кстати, немного ест. Он, зима сейчас. Он сейчас немного ел. Да, ты говорю, они постоянно, они здесь по 2 часа вечером тусили. Плюс они же почти весь день тусят на улице, они прям очень много гуляли. Хомяч, давай-ка мы не будем это делать. У него это был оздоровительный лагерь. На правильном питании и на свежем воздухе, на многих прогулках. Весне подхуднуть, а то он еще пока пожил с другом, енотом. Вот кого нужно было, когда лиса бегала выпускать. Смотри, сразу какой смиренный стал пес. А ты что, уже думал, что все? Он уже не вернется? А ему без него скучнее, кстати. Гора там продолжает прыгать и орать. Гор, ну забрали жениха, да. Давай, наверх.
и по собаке соскучился, и по мне соскучился, да? Уж непонятно. Подожди, тебе горошка тоже дообгрызала узы, усы недообгрызенные? Да, мне кажется, усы на месте. Кроме с моей стороны. Какие-то отросли, а какие-то... Вот я пытаюсь понять, они не доросли еще или... Не, вроде не видела. Ну, говорю, драк у них такого точно не было. Вот. Это от горошки что-то там чуть-чуть получилось. Это чё, а они, даже когда они играют, то все равно они где-то шкирка в мелкую такую дырочку вечно. Вон они с Баксом пока пожили. О боже, какой примерный долматин стал просто. Ну, вот Нотя, да младший, ты прям спец про, по воспитанию брат, собак. Да, уже старший брат. Иди сюда. Вот. Граммировать. Да. Гора там без остановки орёт. Мы поругаемся, а? Так не видно. Так тем более. Отсвечивает. Ругается. Боже, пёс, если ты будешь продолжать так смотреть, я буду Васю просить тебя на выходные привозить. Мне кажется, тебе тяжело с этим енотом живется. Просто... А ты думаешь, что его Мара заплющила? Лису не дали, еноты на него наорали. Помощь попытался сожрать. Вряд ли он тут нормально отдохнет. Ну, хотя вот до выхода Ноти из комнаты он вообще тут бегал, веселился. Как вышел Нотя просто, он боится на него даже смотреть, он боится шевелиться и дышать, он, по-моему, дыхание даже замирает, бедный. Ты как с ним живешь вообще? Ты привык уже? Нефиг тут. Нотя, ну ты чего его так прессуешь, а солнце? Нотя, ну нельзя же так. Я, говорит, самый любимый. Да ты самый любимый, ты посмотри на его глаза, его жалко. Ну, его Рэй, знаешь, как за шкирку-то там тоже. У них была любимая игра, точнее, у Рэя. Сделал из енота швабру, он его брал за шкирку и начинал возить по полу. А ну за ушки не кусает? А? За ушки не кусает? Кто? Енот. Ну, раньше ласково, да. А так сейчас нет. Он просто хотя бы нюхает. Не, ну тебе очень соскучился. Он прям его очень любит. Снегом накололся какая-то. Эх! Все уезжают. Поехали. Что? Забрали твоего жениха? Ну ничего. Они еще приедут в гости как-нибудь.